Я ожидала, что меня научат шутить. В принципе, да, что-то помогло. Я надеялась встретить людей, которые разбираются в своей профессии, и узнать от них много ценного. И действительно, и Вадим, и Иван мне очень помогли. Они давали дополнительные какие-то вебинары, информацию, литературу, и разбирали тоже весьма тщательно те ошибки или, наоборот, некие удачи, которые были в проекте. Я стала лучше понимать, как работает история, как выстроить сцену. Это все, тем более, когда там по второму разу тебе объясняют, это лучше оседает, и ты уже более скрупулезно разрабатываешь историю, героя, придумываешь, как бы здорово там развить этого персонажа.